de Vietnam. Doy ahora la palabra al excelentísimo señor Aksultan Ataeva, jefe de la delegación de Turkmenistán. Уважаемый господин председатель, уважаемые главы делегации, дамы и господа, мне доставляет большое удовольствие присоединиться к теплым поздравлениям в адрес господина Могенса Ликитофта по случаю его избрания на пост председателя 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ему успеха. Позвольте выразить благодарность его превосходительству господину Сэму Кутесе за проделанную огромную работу на посту председателя 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позвольте также поздравить ООН и все делегации с 70-летием и пожелать нашей организации дальнейшего успеха, всеобщего признания и уважения. В своих подходах к главным темам нынешней сессии Туркменистан исходит из необходимости принятия конкретных адресных мер, направленных на поддержку государств и регионов, где в силу разных обстоятельств вопросы устойчивого развития стоят с особой остротой. Применительно к Центральной Азии сегодня речь идет о создании условий для ее успешного интегрирования в современные глобальные процессы, возрождение региона в качестве прочного и стабильного звена межконтинентального партнерства. Я убеждена, что такая цель достижима, если будет обеспечен мир, спокойствие и безопасность как ключевые факторы развития, прогресса и благополучия центральноазиатских государств. Именно на этом сосредоточены главные усилия Туркменистана, те проекты и инициативы, которые мы реализуем и которым предлагаем присоединиться международному сообществу в лице Организации Объединенных Наций. Одной из них является идея учреждения в Центральной Азии регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата. Масштабные экологические проблемы, которые здесь существуют, думаю, хорошо известны. Они прямо или косвенно влияют на общую атмосферу в регионе, уровень и качество жизни людей, порой оказывают негативное воздействие на межгосударственные отношения. В этих условиях становится очевидной востребованность специализированной международной структуры, которая, имея мандат ООН, осуществляла бы мониторинг и объективный анализ происходящих здесь экологических процессов и тенденций, и на их основе давала бы соответствующие рекомендации правительствам центральноазиатских государств. Видение функций и направлений деятельности центра имеется. Туркменистан готов предоставить для него всю необходимую инфраструктуру на своей территории и обеспечить самые благоприятные условия для работы сотрудников. Я призываю предметно рассмотреть наше предложение о создании регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии. Господин председатель, достижение цели устойчивого развития в регионе невозможно без участия в нем нашего ближайшего соседа Афганистана. Братский афганский народ, правительство этой страны сегодня особенно нуждаются политической и моральной поддержки мирового сообщества, реальной, осязаемой экономической помощи. Время показало, что урегулирование ситуации в Афганистане возможно только мирными политическими средствами на основе широкого общенационального диалога с участием всех ответственных и конструктивных сил, представляющих афганский народ. При этом мы убеждены, что процесс примирения обязательно должен сопровождаться эффективным международным экономическим содействием, адресными мерами
по созданию социальной инфраструктуры, гуманитарной помощью. Считаем, что важнейшим фактором стабильности, прогресса и благополучия Афганистана является интегрирование страны в региональные и международные энергетические и транспортные проекты. Такие из них, как газопровод Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, железная дорога из Туркменистана в Афганистан призваны обеспечить экономический рост Афганистана, создание там новых рабочих мест, благоприятные условия для притока внешних инвестиций. Не в последнюю очередь их реализация окажет весомое, стабилизирующее воздействие на политический климат как в самом Афганистане, так и вокруг него, вернет афганцам уверенность в своих силах и возможностях построить современное, стабильное и динамичное государство, равноправного партнера и единомышленника для стран-соседей и всего мирового сообщества. Являясь инициатором и участником этих международных проектов, Туркменистан как на двустороннем уровне продолжит оказание помощи Афганистану в строительстве объектов экономического и социального назначения, льготных поставках электроэнергии, подготовке афганских кадров в своих учебных заведений. В контексте восстановления Афганистана особая актуальность сегодня в целом приобретает поддержка развивающимся и менее развитым странам. От ее эффективности сегодня зависит прочность всей системы международных отношений. Поэтому главной целью и содержанием устойчивого развития после 2015 года Туркменистан видит преодоление серьезного, я бы сказала, угрожающего дисбаланса, который существует между государствами, регионами и целыми континентами в промышленном, экономическом, технологическом, экологическом аспектах, в качестве жизни людей, в уровнях здравоохранения, образования, в нормах и структуре питания. Очевидно, что одной гуманитарной помощью, поставками медикаментов и продовольствия, разовыми финансовыми влияниями со стороны Организации Объединенных Наций и отдельных государств при всей важности таких акций проблему не решить. Сегодня необходима долгосрочная, глубоко продуманная стратегия поддержки развивающихся и менее развитых стран, предусматривающая комплекс мер политического, правового, экономического, социального и инвестиционного характера. Инициативную и координирующую роль здесь призваны играть ООН, ее экономический и социальный совет, программа развития ООН и другие специализированные структуры. Важнейшим фактором такой поддержки, на наш взгляд, является участие этих стран в международных экономических проектах и, в частности, в сфере транзита энергоносителей на мировые рынки, в создании транспортных коридоров и межрегионального и континентального значения. Туркменские инициативы по развитию этих секторов глобальной экономики получили единогласное одобрение Генеральной Ассамблеи ООН в виде принятия соответствующих резолюций. Мы рассчитываем на последовательную и содержательную работу по их выполнению. Хотела бы также подчеркнуть готовность нашей страны к продолжению и укреплению сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, продовольственной программой ООН, Фондом народонаселения ООН и другими структурами. Господин председатель, нынешняя сессия призвана дать нам четкие ориентиры на будущее. Закономерно, что именно ООН, международная структура, обладающая универсальным мандатом, выступает сегодня лидером в продвижении и реализации задач устойчивого развития. Громадный созидательный потенциал ООН, накопленный за 7 десятилетий, уникальный опыт эффективного противостояния вызовам и рискам, успешного решения множества глобальных проблем доказывает, что только вместе, объединенными усилиями, возможно достижение поставленных целей, какими бы трудными они ни казались. Туркменистан верит, что сегодня в этих стенах будет дан мощный импульс нашему движению вперед к новому, более гуманному и справедливому мироустройству.
вместе с сообществом наций мы готовы участвовать в этой работе. Благодарю за внимание. Jefa de la delegación de Turkmenistán.